Министерство финансов России в 2019 году планирует сократить расходы в нескольких сферах, в том числе здравоохранения, культуры и национальной обороны. Об этом сказано в проекте «Основные направления бюджетной политики», который опубликован на сайте Комитета Госдумы по бюджету и налогам. На здравоохранение в следующем году выделят 459,5 миллиардов рублей, тогда как в 2018 году бюджет по этой статье – 479,7 миллиарда. Затем расходы увеличатся, в 2020 году они составят 563,2 миллиарда рублей, в 2021 – 572,5, по той же схеме намечены затраты на национальную оборону, в 2019 году снижение суммы до 2,78 триллиона рублей, в 2018 – 2,79, а в 2020 году и 2021 году повышение до 2,86 и 2,98 триллиона соответственно. Что касается культуры, то затраты из бюджета по этой статье будут планомерно снижаться с 103,2 миллиарда рублей в 2018 году до 88,5 миллиардов в 2021. То же касается спорта, с 64,8 миллиарда до 29,9 увеличится финансирование вопросов национальной безопасности и правоохранительной деятельности. К 2021 году эта статья расходов вырастет до 2,320 триллиона рублей с 2,105 тысячными в 2018. Затраты на образование будут колебаться. В 2018 году планировалось выделить на эту сферу 689,7 миллиарда рублей, на 2019 намечено потратить 716,4 миллиарда, в 2020 – 707,9, а в 2021 – 726,6. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.